Сегодня последнее видео из цикла «Рельеф». Сколько тренировать пресс? Каждый день или через день? Сегодня будем разбирать. Погнали! Если ты тренируешься по правилам диатехники и выполняешь все мои указания по питанию, то у тебя все будет отлично. Но если ты тренируешься очень много и ешь также очень много, постоянно и каждый день, прогресса не будет. Ты просто убьешь свое здоровье. Поэтому тренируй через день. Это лучший твой выбор. Как вам такой подход к роликам? Напишите в комментариях, продолжать ли такие циклы на каждую группу мышц. А мы прогрессируем дальше. Goal to the goal. Идем к целям.